Ну что, ребята, пошлите испытаем наше новое оружие. Всем кукусики. Идемте. Так, башня хранителя. Как раз посмотрим, что там за хранитель. И испытаем наше оружие с огнем, которое должно стрелять. Так, это что такое? Где стали библиотеки? Так, это мне уже не нравится. Сейчас по-любому опять будет какой-то босс, наверное. Или не, или мы сможем отдохнуть немножко. А, ты шо, ля. Тупо телепорт. Это ты, хранитель? Алло. Да, хранитель. Трещины в стенах растут, окружают меня. Простите? Человек, ядро сгнило. Корень заражает все. Зачем ты отвлекаешь хранителя? Так, мне нужно добраться до башни на Атолле. Неважно. Шансы успеха ничтожны. Стражи уничтожены. Пожиратель на свободе. Лабиринт рушится. Я могу лишь сдерживать эту силу. С другой стороны, у тебя может получиться. Хорошо. Входи и ищи. Входить куда? Куда мне идти? В лабиринте есть все пути и бесчисленные возможности. Если твой путь существует, он внутри. Ну окей, спасибо. Но как бы там ни было, это все, чем я могу помочь. Да, я понял. Если я вмешаюсь, твое дело будет обречено на провал. Да ничего страшного, мы сами справимся. Я на это, конечно, надеюсь, что мы справимся. Так, хорошо. Та ты шаля, все для нас. А быстрее можешь? Можешь, да? Так, контрольная точка, это мне уже не нравится. Дар хранителя. Дар хранителя, погоди. Сопротивлением стихиям. Следующий уровень сопротивления стихии. Сопротивление стихиям. Хорошо, понял. Конечно, не знаю, зачем оно нам надо. Хорошо, понял. Так, пошли. Мы сохранили все. Идем. Наверное, ж сюда. Ну, раз путь нас ведет, значит, будем идти. Так, хорошо, хорошо. Честно, без понятия, что я делаю. Но что-то, походу, я делаю, да? Так, что мне нужно? Мне нужно... Так, кажется, ничего не подходит. Ага, мне нужно найти штуку, которая сюда вставляется. Окей. И где мне тебе... Тебе искать? Где же мне тебя искать, штука? Давайте направо пойдем. Блин, не люблю такие лабиринты. Лучше бы дали с монстрами посражаться. Так, шикарно. Ой-ой-ой-ой-ой, тихо-тихо. Тихонечко. То есть нам сюда, правильно я понимаю? Так. В Роме обитает несколько разумных народов и существ. Во-первых, это единственный по своем роде бессмертный король. Он правит с помощью выр.
могущественных созданий, использующих его приказы, затем странные ведущие затворнический образ жизни. Ага. Так, они показали мне самые разумные формы жизни, за исключением, возможно, самого бессмертного короля, с которым мне еще предстоит встретиться. И, наконец, могущие мутанты бури, которые являются наиболее похожими на людей, обитателями Рома, хотя это определенно уже не люди. Ладно, значит, нам сюда. Значит, мы сейчас будем с этими ромами, да, сражаться? С ромовыми бабками. Окей, ушки. Надеюсь, нам дробовика хватит. Ваша милость, я не ждала. Вы не он. И все же вы открыли врата. Существо, равное Нуи? Так, верно. Что это за Простите место? Простите мое замешательство. Вы почтили своим присутствием пески восточного ветра. Вы благословили нас своим присутствием. Так, я ищу кое-кого, похоже на меня, его зовут Форд. Таких, как и вы, нет в этом мире, ваше бесподобие. Тогда можешь повернуться никогда не видела, к лесу передом, не а ко мне задом. С таким именем. Есть тот, кто может знать, но... Он не из тех, кто делится информацией. Разве что с другим Нуи. Так я Нуи, да. Так, если придется, я заставлю его рассказывать. А кто, по-твоему, сейчас перед тобой? Расскажи мне про этого Нуи. Конечно, конечно. Простите мне мои сомнения. Его зовут Эзлон, бессмертный король. Угу. Он будет рад встретить достойного соперника. Ой, ну что ты начинаешь? Так, где мне искать Элана? Почему ты помогаешь мне найти Элана? Где мне носки Элана? Он правит из цитадели в каньонах за вратами Черного Солнца. Угу. Врата закрыты с незапамятных времен, но вы найдете путь, ваша настойчивость. Понял, давай. Доброго вам пути, ваше святейшество. До побачення, пошли. Элана искать, либо не Элана. Так, а если я вернусь, ты опять сядешь? О, хорошо. Та ля, та ты шо, моя ж ты зайка. Так, детки быстро отвернулись. Дядя Арчи хочет немножко, как говорится, расслабиться. Ладно, нету времени расслабляться. Идемте искать этого Нурлана, Нулана. Забирайте у него то, что нам нужно. И проходите игру дальше. Потому что мы вообще и шли к башне. Так, восточный ветер. Мироходец. Что это такое? Расход выносливости. Следующий уровень. Ага. Расход выносливости будем меньше, да? Надо будет его прокачать. Так. Есть очки навыков? У меня нету. О! Бонжур. А на ком могу я использовать это оружие? Покажись. Покажись, пожалуйста. Вот на тебе могу, да? Так, нас заметили. Хорошо. Ага. Та ты шуля какой. Стой, погоди. Погоди, погоди. Огнемет. Вообще шикарно. Давай, наверное, возьмем все-таки дробовик. Давай, наверное, возьмем все-таки дробовик с вами. Он будет немножко понадежней. Будет немножечко, да, понадежней дробовик.
Ля, даже собачки есть. Ах ты падла, ах ты падла, падла, падла. Хилься, пожалуйста, хилься. Ой-о. Йо-йо-йо-йо-йо. Так, радиация на нас, да, действует? На нас действует радиация, я смотрю. А если я использую вот этот вот? Где она? Поможет? Либо не... Не, не помогло. Значит, надо будет что-то от радиации взять. А я точно должен всех перебить, или... Или, в принципе, можно было их и не трогать. Так, что у вас тут есть? Что у вас тут есть понямать? О, справился. Ну да, согласен. Справились, хорошо. Так. И кудой? Так, что это такое, настойка? Ага, это не то. Это не то, то, что нам нужно. Нам нужно что-то от радиации. От радиации мы не можем ничего с вами камень поделать, потому что у нас костюм. А радиацию вообще не держит. Можно было, конечно, купить другой какой-то, но... Мне этот костюмчик нравится. Давайте лутаться. Давайте лутаться. Давайте смотреть, что нас ждет. Так, ну мы тебя залутали, да? Тихо, погоди. Дай проверить. Да, мы тебя залутали. А ну, идем спросим. Донде стала библиотека? Так, сидеть. Лежать. Ах ты, какашка, вонючка. Ой, я отпрыгивал. Не поверите, я отпрыгивал. Ну ладно, ладно. Теперь я в курсе, что это у нас идет пулемет. Пулемет-автомат, да. Давайте возьмем, наверное, назад наш пехоль на 136 урона. И проверим, вырубает ли он за раз, либо нет. Либо пулик оставить, сейчас посмотрим. Просто пули как-то неэффективные против них. Приходится долго зажимать. Так, оно. Вот и они. Ага, понял. Так, некоторых можно с одного удара вынести. Некоторых приходится... Много выносить. Бонжур. Да, следующий. Все, следующий. Погоди. Погоди, ты чего? Да ты что, прикалуешься, алло, игра. А как же перепрыгнуть? Понятно. Я с драконом тут 6 дней сражался. Ладно, давай еще и тут посражаемся. Верни мне пулемет. Пулемет-огнемет. Но их в любом случае нужно убирать. Потому что покоя они нам не дадут. И, наверное, не надо сильно сближаться с ними, да? Так, бонжур. Говорится, Миша, давай по новой. Мишаня, давай по новой. Все, хорошо. Да, давай ты там и будешь, давай. Говорится, Мишань, давай ты там и будешь. Так, а у нас тут, смотри, можно сюда пройти. А нам нужно сюда? Или не нужно? Угу, надо запомнить. Там какой-то символ даже был. Песик. Дерьмо!
Ну обрати на меня внимание, аля. Ля, ему вообще все равно. Никакого уважения. Я в нем, значит, встаю. Пульки трачу. А ему хоть бы хны. No, don't destroy the библиотека. Я успел? Нет, я не успел. Собака. Все, нафиг, побежали туда. Даже и не хочу, не все, даже ничего не говорите. Ну и не виноват, что они так делают. Все, побежали, не будем трогать этих монстров. Идем в дверь зайдем. Может, нам туда и надо. Может, нам туда и надо. Отстань, пожалуйста, все, я ж тебя не трогаю. Все. До побачення. Так, идем. Кто это? Песик, беда? Песик за нами бежит. Давай, песик, иди сюда. Идем, зайдем. Потом, если что, то перебьем их. Так как мы можем серию тут... Нелегко было. Минут на 60. Сделать, так как я откисаю и опять начинаю заново. Но все равно мы в конце их перебьем всех. Так, бонжур. А можно мне что-нибудь... Нельзя, да? Хорошо. Что-то мне кажется, что сейчас из этой штуки, да, будет что-то появляться. Ой-ё, а ты кто? А ты кто? Понял, ты охранник. Понял, ты охранник, чёрт. А что за чёрт? Чёрт. Погоди, что это за чёрт? Так, или это ша, или это не тот черт. Так, блокирует лечение. Получаем. Самое интересное, здесь пауза не ставится, видишь? Ну то есть. Я вот на паузу нажал, к примеру. А пауза не ставится, они все равно ходят. Так, черт, что это за черт? Так, дельное уклонение. Блин, а можно почитать, пожалуйста? Ура, восстанавливает первый центр от максимального. Так, смотри, они издеваются. Обнимашку, да, хочешь? Ну на, получи. Получи обнимашку. Слушай, а вы заканчиваться не хотите? Вы заканчиваться не хотите, не? Не дадите мне почитать по поводу кольца? Или у вас там телепорт какой-то? О, ё-моё! Ё-моё! Тихо. Тихо, тихонечко, пожалуйста, тихонечко. Все, могу? Так, дай кольцо. Так, блокирует лечение, получаемое от драконьих сердец. Идеальное уклонение от атаки врага восстанавливает 5% от максимального здоровья владельца. Ага, то есть если я сделал опачки, то мне бы здоровье восстановили. Ну, в принципе, я думаю, пока мест нам не надо. Бонжур. Да, до побачення. О, справился. И не говори. Не знаю, сколько их тут было, но...
Ладно, мы справились. Так. Тут. Можно мне подсказочку какую-то? Куда мне идти? Не сюда ли мне идти? Или мы пришли оттуда, откуда пришли? Или мы идем оттуда, куда мы идем? Ты чего? Прекращай. Ля, больно дядя сделал. Больно. Нет. Ладно. Я не против все заново пройти. Я в принципе не против. Миша, как говорится, давай по новой. Давай. Тру. Давай, понеслась. Ну. Алло. Ну давай. Как так не остановить было, да? А как-то так ждать надо. Ё-моё, ку-ку. Ага. Допрыгался. Нелегко было. Да нормально. Нормалды. Так, давай тут посмотрим. Отдыхай, все хорошо. Ложись, поспи. Наверное, в эти туманы заходить нельзя, да? По-любому, то грибок подхватишь, то еще что-то. Так, железа у нас много. Блин, может пулемет прокачать, чтобы у нас было по 600 урона сразу за выстрел. Угу. Отдохнуть из контрольной точки, понял. Здесь тупичок. Здесь тупик. Блин, хотя бы подсказку написали, что мы с вами ищем тут. Либо кого мы тут ищем. Ну зачем? Лучше ходить, бродить, правильно? Так, сюда подняться можем? Можем, но это на второй этаж. Не, а мы давайте первый облутаем. Так, ты кто? Дай мне что-нибудь. У тебя ничего нету, да? Окей. Так, бонжур. Бонжур. Ага, очко навыков, это хорошо. Ты понимаешь, оно сразу бьет, оно сразу меня достает, понимаешь? Оно сразу же меня... О, падла. Черт побери. О, босс, да? Босс пришел. Так, таланты. Давай, наверное, расходует выносливость. Все, на выносливость потратим. Выносливость нам пригодится. Не, в принципе, если у тебя, как говорится, много свободного времени, ты можешь так подкисать. Некуда класть. Пару часов. И тогда у тебя и очки навыков будет, и все будет. Так, адреналин. То, что нам некуда класть, я понял. Так, ну... Где выход? Либо вход. Либо что мы тут... Ага, что мы тут ищем? Дай мне подсказку, игра. Донде стали библиотеки? Но?
Блин, по звукам где-то тут ходят. Под нами. Жижа, как в чужих. Звуки из хищников. Нам точно сюда, либо не сюда. Так, тихо, что там? Ага. Хорошо. А как ты знаешь, что я здесь, если я запрятался? А если я запрятался, как ты знаешь, что я здесь? Скажи, пожалуйста. Ага. Уродец. Не, ну ты это видел, видел? Я чуть не откис. Где этот пулеметчик? Ля, еще трещишь на меня, да, тут? А можно немножечко меньше хп снимать? Можно, пожалуйста, немножечко меньше хп снимать или не? Можно немножечко меньше хп мне снимать? О, справился. Ох, это было просто... Просто на волоске все. Да-да-да, культяпки свои сразу поднимаешь. Что это такое? Лом. Железо квантовое. Да какое-то мы находим. Я так понимаю, это для новой пушки? Или для улучшений? Или что нам вообще тут нужно? Мы просто полутать сюда пришли? Ах, падла, падла. Падла. Нет, только не говори, что ты откис, но... Только не говори, что ты, падла, откис, а ты откис, да. И сейчас все заново. Что нам нужно тут? М? Кажется, дела плохи. Что нам тут нужно? Скажите, пожалуйста, разработчики, вы можете написать? Карта... Может, на поверхности надо было сражаться? Или не? Или да, или не? Или кто? Кто кого, когда? Ля-ля-ля, бежит волосики назад! Хочет кусь сделать. Нелегко было. Угу, согласен. Согласен, согласен. Отстаньте, пожалуйста, от меня. Мне просто что-то нужно найти с вами. Либо кого-то. Так, очко талантов, хорошо. Давай, наверное, все-таки еще на выносливый, да? Да, идем на выносливость. Бегать нам приходится много. Бонжур. Так. Угу. Отстань. Да даже не начинай, все, отстань от меня. Отдохнуть у контрольной точки. Самые быстрые руки на Диком Западе. Ой-о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 й. Мы чуть не откисли опять. О, справился.
Чуть не откисли опять. Блин, ну мы залутались, да, у нас? В рюкзаке сколько? 27. Да ты шо? Кованое железо. Можем пусю прокачать себе. Пулемет вот этот тут. Ну мы ж, наверное, не ради этого сюда спустились, или ради этого? Или мы не ради этого сюда спустились, правильно? Так, обнимашки не хочу, отстаньте, пожалуйста. Ага! Ага, падла, ты как это тут оказался? Тихо, тихо, тихо! Все, 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 до побачення, до побачення. Пожалуйста! О, справился. Дайте мне, пожалуйста, сохранение здесь. Еще одни. Да, правильно, своего в спину, умничка. Молодец, Валера. Так, Валера, настало твое время. Ага. Думал, тебя не замечу, да? А что оно там? Тру-тру-тру. Ага, радиация. Ты понимаешь, я убил его, а он убил меня. Все, до побачения. Не хочу. Не хочу. Все, даже не знаю, что там будет. Может, я туда спускался ради железа, или может еще что-то там. Все. До побачения. Сами там ходите. Так, найти бессмертного короля. Сейчас эти, да? Здесь на меня охоту устроят. Эти еще на меня охоту должны устроить. Защити меня! Меня ж не глюкнуло, меня... Он же сказал, защити меня, да? Так, где ваш тут бессмертный король? Я пришел с ним поговорить. Ха-ха-ха-ха-ха. Это он, да? Или не? Это ты, бессмертный король? На, не, судя по тому, как ты откисаешь. Давай. Дон дистальная библиотека. О, сундучок. Опа, опачки. Опачки. А вот и подкрепление твое, да? А вот и подкрепление твое. А я застрял. Да, да, ага. Ага, спасибо, игра. Спасибо, все, ребят. Кажется, всем спасибо, пожалуйста. Я на сегодня наигрался. Сколько там, 3-4 минуты? В принципе, нормально. В следующей серии уже полностью облутаем и вверх. Попробуем по-нормальному. Всех сбрить и низ. Так что все. Всем пока-пока.